Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые. Приветствую вас, дорогие зрители. И по традиции мы сегодня продолжим говорить о туристском снаряжении, личном туристском снаряжении. И поговорим об очень нужной вещи. Это... Я помню, что в одной из передач мы как-то об этом разговаривали, но так, не углублялись. И там было столько разных ботиночек. Ну да, Кристина, на самом деле видов ботинок достаточно много. Есть трекинговые, пластиковые, есть ботинки, специально предназначенные для восхождений, для ледолазания, с одним рантом, с двумя рантами, безрантовые ботинки. Их огромное количество существует. Да, Коль, ты абсолютно прав. Действительно, обуви такое количество, что ну, надо уметь не разбираться, но сегодня мы поговорим о таких четких разновидностях обуви, да, то есть их будет чуть поменьше, но я думаю, что наши зрители все поймут. Мы четко или определенной категории обуви, и плюс к этому сегодня мы еще поговорим о специальном приспособлении. Это альпинистские кошки. Тогда давайте скорее приступим уже к изучению нового выпуска. Добрый день, уважаемые любители спортивного туризма и путешествий. С вами Ковалькова Дмитрий. И сегодня вместе с нашим героем Иваном Сусаниным мы проговорим очень интересную тему. Как вы видите, здесь у нас представлен Казбек, Алтай, Камчатка, Эльбрус. Все верно. Сегодня мы поговорим с вами про снаряжение, которое мы используем походах второй, третьей, четвертой категории сложности. Расскажем небольшие интересные нюансы. Это будет короткий обзор, но он вам поможет для того, чтобы определиться с выбором снаряжения, как правильно подойти, что конкретно вам необходимо, исходя из целей предстоящих маршрутов. И основной упор мы сегодня сделаем на маршруты третьей, четвертой категории сложности, пешеходные и горные. Давайте начнем. И, пожалуй, начнем мы с очень интересного вопроса, о которых многих ребят беспокоит. И с чего мы начинаем? Мы идем пешком. И важный момент – это выбор обуви. С этого все начинается. Как говорится в походе, первое, что главное – это голова, а потом уже ноги. У меня тут представлены разные ботинки. Начнем, наверное, с такого ботиночка. Сразу вам скажу, что такие ботинки такого типа, они нам не подходят ни для каких маршрутов. Ни степенных первой категории. Объясню почему. Любой туристский ботинок должен иметь высокий голеностоп. Да? То есть он должен быть высоким, чтобы держать голеностоп. И исключить то, что у вас нога подвернется на сложном рельефе. То есть многие ошибаются и в магазинах видят вот такие кроссовки, я бы их назвал, да? Где написано, что это полуботинки или, например, ботинки. Это на самом деле ошибка. Не надо приобретать вот такую обувь для походов любых, даже степенных. Ну, то есть такие варианты мы уже с вами не рассматриваем. И перейдем к вопросам, которые нас больше всего интересуют. Горные ботинки или трекинговые ботинки, туристские ботинки. Мы сразу видим, то, что этот ботинок от обычного трекингового ботинка отличается по многим параметрам. Во-первых, он весь цельный, здесь нет никаких сеточек, да, которые облегчают там, или, например, позволяют ноге дышать. То есть здесь высокий подъем ботинка, чтобы держать голеностоп. Что еще здесь, какие характерные отличия? Обратите внимание, что нижний край ботинка, который подходит к подошве, он прорезинен. Для чего это сделано? Для того, чтобы при движении по горному рельефу, да, то есть это горно-таежной местности, например, на морене, чтобы ботинок меньше повреждался, то есть сама кожа, вот нубук, меньше повреждался от того, что он трется об камни. Что еще, на что здесь можно обратить внимание? Он полностью шнуруется до верха, да, то есть таким образом плотно закрепляя ногу.
Так, достаточно серьезная, хорошая, мощная подошва. И обратите внимание, здесь нет никаких лишних, так называемых, декоративных, как я говорю, наклеек, которые просто-напросто со временем начинают отваливаться и портить ботинок. Естественно, здесь цельный язычок, то есть он идет, прошит язычок, видите, да? И важная тоже особенность любого ботинка для маршрутов уже более серьезных является наличие мембраны. Да? То есть мембрана, она позволяет выводить влагу из ботинка и при этом работает так, чтобы влага, вода не попадала в ботинок, то есть он меньше промокал. Ну что, давайте рассмотрим разные типы ботинок. Начнем в сравнении. Вот такой ботинок и вот такой ботинок, который уже видал виды. На самом деле я знаком с этим ботинком. Он ходил маршруты 5 и 6 категории сложности, причем горные. Видно, что повидал немало и прошел, наверное, мне кажется, больше 1000 километров, так уж точно. Как видите, оба они имеют вот такой высокий подъем, который держит голеностоп. В чем их отличие? Здесь у нас скругленная носовая такая вот часть, да, а сзади есть вот такой рант. Вот эта выступающая часть называется рант. Для чего она нужна? Для того, чтобы мы могли на них надевать кошки. Про кошки мы поговорим чуть попозже, и я вам объясню, какие есть, бывают виды кошек основные. Здесь же мы видим, есть передний рант, есть задний рант. Подошва максимально массивная для того, чтобы можно было работать на разном рельефе. Есть разные породы минералов, камней, и на самом деле, например, в таком районе, как Кадар, да, вот такими ботинками можно за один поход распрощаться, просто они сотрутся. И чем массивнее подошва, тем лучше. Это кожаный ботинок, очень плотный, причем он в сравнении с этим ботинком, он тонкий. Этот потолще, он и теплее, да, и рассчитан на уже работу в снегах, лед, холод. Этот же ботинок чуть полегче сам по себе, но долго, опять же, с такими ботинками вы не проработаете, да, на ледниках. То есть невозможно там недели две с ними сидеть, но в конце концов они промокнут, будут холодеть. Эти ботинки понадежнее. И, наверное, есть еще один вариант. Это, конечно, пластиковые ботинки. Да, кто-то из вас может подумать, что это горнолыжный ботинок, хотя подобная обувь, она подходит в том числе и для лыжных походов. Если у вас есть, например, крепление скитур, вполне себе подойдут. Это пластиковый ботинок, и он состоит из двух частей. Это внешняя часть, так называемая, туристы называют мыльница, да, то есть цельнопластиковая вот такая вот основа. И внутри есть вот такой сапожок, который тоже имеет шнуровку, да, то есть он теплый. Эти ботинки рассчитаны на работу в минус 30, подходят для многих условий. Давайте расскажу пару моментов и нюансов. Вы столкнулись с выбором обуви. Что выбрать? Первое – это цели вашего предстоящего маршрута. Какие препятствия вам предстоит пройти? Как долго вы будете работать на ледниках или, например, в снегу? Погодные условия очень важны, да, и в том числе и высота, на которой вы планируете работать. Это может быть 3, там, 3,5 или даже 4 тысячи метров. Пластиковый ботинок в первую очередь нужен для работы во льду и в снегу, особенно продолжительное нахождение. То есть он не смерзается. Мало в него, он не промокает, то есть сам сапожок, он мокнет непосредственно от внутреннего конденсата, да, от того, что нога потеет, или бывает там чуть-чуть попадает снега. Его без проблем можно просушить в палатке за ночь, там в спальник положить и просушить. В принципе, даже вот этот сапожок можно отдельно использовать как обувь в лагере, то есть он имеет вот такую подошву прорезиненную, то есть в нем можно недалеко ходить в лагере. Но надо понимать, что вот этот ботинок, он тяжелый, и он нужен уже для маршрутов, начиная от 4-й категории сложности, 5-й там, или 6-й. И опять же, не всем подходят пластиковые ботинки. Это достаточно жесткий ботинок, в нем надо учиться ходить. И обращаю внимание, что пластиковые ботинки в первую очередь рассчитаны на работу, когда у вас на маршруте снег и лед. Пластиковые ботинки боятся камней, они быстро стираются. Для начала вам такой ботинок не нужен. Теперь рассмотрим вот эти два ботинка.
Эти оба ботинка отлично подходят для горных походов. Вот этот ботинок я именно рекомендовал бы такого типа для горных маршрутов. Когда у вас минимальная протяженность маршрута проходит по долинам, по тропам, и вы в основном работаете на рельефе, снег, лед. Это вот такой ботинок. Вот этот ботинок более универсальный с той точки зрения, что он отлично подходит для пешеходных маршрутов и для горной и горно-таежной местности. То есть он надежно защищает, с ним можно работать на снегу, на ледниках, на рельефе, на тропах, переправы, лес, бурелом. Хороший ботинок, достаточно легкий и удобный. Так что если будете выбирать ботинки, спросите у вашего руководителя, какие цели предстоящих маршрутов. И сразу могу вам сказать, то, что такое опасение. Не надо покупать обувь на вырост. Обувь должна хорошо вам подходить, да, с возможностью надеть носок потолще, чтобы было теплее. Но это не должен быть ботинок на один или там, на два размера больше. Любая обувь, которая вам не подходит, это станет огромной головной болью и проблемой всей команды, когда вы натрете мозоли и дальше просто не сможете двигаться в темпе группы, у вас будут болеть ноги. Я уже не говорю об удовольствии от похода, да, от впечатления. Единственное впечатление у вас будет – это больные ноги. Поэтому внимательно подходите к выбору обуви. Ну что, обуви достаточно много, есть из чего выбирать. Давайте перейдем к вопросу, о котором я говорил чуть ранее. Это кошки. Что такое вообще кошки и для чего они нужны? Кошки – это специальное приспособление, которое сделано для передвижения по льду. Да, называются кошки. И их достаточно много. Есть специализированные кошки для ледолазания. Они там имеют свою специфику, ну вот, свои конструкции. Из чего состоит кошка сама по себе? Да? Из основных пяти деталей. Это передняя часть, задняя часть, да, которая у нас работает на пятке, задняя часть. Вот такая платформа, в которой соединяется кошка. И, соответственно, прижимные планки, которые прижимают либо просто к ботинку, либо работают с рантами. Да? Это вот эти части. Так, давайте разберемся с первым типом кошки. Это называется мягкая кошка. В чем здесь момент? Что она способна, в принципе, ее можно надеть на любую обувь, даже на кроссовок. То есть вот мы берем ботинок, представим, что у нас здесь нет рантов, любой ботинок ставим, и вот таким нехитрым способом, да, здесь все у нас есть, мы продеваем. Здесь вот специально такие ушки есть, подтягиваем и дальше здесь закрепляем. Таким образом, вот мы надели кошку, и как вы видите, действительно ее можно надеть ну, на любую обувь, да, то есть не обязательно иметь для этого ранты. И в таких кошках, поверьте, можно пройти разные маршруты, разные категории сложности. Могу сразу сказать, что кошки еще подразделяются по типу, по жесткости крепления. Есть вообще платформенные кошки, которые жесткие. Вот эти кошки, они мягкие. Здесь у нас 12 зубьев, да, и эти кошки рассчитаны на работу на ледниках, на льду. Крутизна льда, да, склона, который не превышает 40-45 градусов. Дальше уже нужны немного другие кошки. Но опять же, в подобных кошках люди прошли маршруты, в том числе 4, 5, да, 6 категории сложности. Для пешеходных маршрутов, когда льда и снега достаточно немного бывает, да, то есть не весь там протяженный маршрут, а, например, там из 14, там, 18 дней вы там в общей сложности работаете там неделю. Да, в районе ледников. Этого более чем достаточно. Эти кошки легкие, но достаточно компактные. Они без проблем. Мы их сложили. Все это складывается, убирается в чехольчик. Да, имеем такие две кошки. Это, как я сказал, мягкие кошки. Идем далее. Есть кошки такого же типа. Да, то есть вот это ровно то же самое, что я вам показал. Такое же количество зубьев. Платформа, которая держит. Спереди у нас вот эта прижимная планка, а сзади у нас уже есть так называемая, как туристы говорят, лягушка, на которую мы закрепляем именно на ранте ботинка. Это позволяет наиболее жестко
закрепить ботинок по отношению, да, к легкой кошке, про которую мы с вами говорили. То есть вот он задний ранд, мы застегиваем, и как видите, даже вот я еще не привязал ботинку, и он уже держится. Дальше мы делаем те же самые манипуляции, пропускаем нашу вот эту стропу здесь, делаем оборот вокруг ботинка, например, да, и закрепляем. Вот у нас ботинок надет, все, готово к использованию, да. Это уже под задний ранд кошки называется, или полужесткие, да. И следующий вариант кошки, третий, это уже жесткие кошки. Они у нас имеют возможность крепления на ранты спереди и сзади. У нас есть лягушка, а здесь есть вот такая вот скоба. Обратите внимание. И вот мы берем ботинок, у которого есть оба ранта. Под один рант подходит передняя часть, и под задний рант у нас подходит задняя часть. И таким образом, просто эту кошку я не подгонял под конкретный ботинок, но если правильно подогнать, то закрепив кошку на ботинке, жестко фиксируется к ботинку кошка, и уже непосредственно вот эта стропа, она, ну скажем так, подстраховывает, да, чтобы кошка, ну она может все-таки слететь, но держится очень жестко, надежно. И как и эти кошки сами по себе, и такой способ крепления, да, он нужен уже на таком технической работе на льду, уже крутом льду, там, от 40, там, 45 градусов. И обратите внимание, что здесь зубы кошки, они уже более массивные, тяжелые, крепкие. То есть здесь они достаточно тонкие, а здесь уже, обратите внимание, насколько они большие. То есть вот эти кошки уже используют для серьезной технической работы, да, то есть это перевалы 2B, в том числе и выше. Но эти кошки, они тяжелые. То есть если их сравнивать с мягкими, примерно в 1,5 раза разница в весе. Теперь еще очень важный момент про кошки. Как видите, вот она кошка, и вот. Как говорится, найдите два отличия. Отличие очень большое. Наличие вот таких вот антиподлипов. Для чего они нужны? Для того, чтобы когда вы идете в кошки, у вас под ботинок постоянно набивается снег. Он спрессовывается, и постепенно, даже за меньше, чем за 10 минут перехода по снегу, у вас образуется под пяткой, под мыском огромный комок снега. И в итоге вы уже идете, и нет сцепления кошки со льдом и со снегом, вы идете просто на этих снежных комьях. И это небезопасно. Это требует много внимания, усилий. Каждый раз надо сбивать с кошек эти комья, которые здесь наросли. Ну, это очень неудобно. И всегда покупайте кошки, у которых есть вот такие подлипы. Как вы обратили внимание, вот на этих кошках, они достаточно старые, тоже повидавшие виды и маршруты разной категории сложности. Здесь, видите, из армированного скотча сделан такой самодельный антиподлип. Но надо понимать, что когда вы на кошках идете по льду, а потом переходите, например, на камни, да, на морену, а потом опять на лед, то вот этот армированный скотч, ну, он в конце концов порвется. И вам необходимо в поход взять с собой рулон этого скотча, каждый раз переклеивать кошки, да, готовить их. Поэтому есть уже готовое решение, это вот такие антиподлипы, которые продаются вместе с кошками. Вот, это очень важно и надежно. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели разные типы ботинок, которые нам нужны для маршрутов 2, 3, 4 категории сложности, пешеходные, горные маршруты, и типы кошек, которые мы используем, подбираем под ботинки, под наши задачи походов. В следующем видео мы рассмотрим все остальное снаряжение, карабины, ледобуры, жумары и спусковые устройства. До встречи! Вот у меня тоже есть трекинговые ботинки, они такие, фиолетовые, но я не знаю, они, ну, таких не было сейчас на видео, вот у меня такой вопрос. А вот эти кошки, ну что ты смеешься? В этих кошках ничего. Не было ходить.
как они вообще ощущаются на ноге? Чувствуются ли вот эти вот железочки? Ну, на самом деле, все зависит от того, конечно, где ты в этих кошках ходишь. Ну, естественно, мы говорим с вами про лед. И, безусловно, в кошках ты себя чувствуешь гораздо надежнее, увереннее на льду. Даже если это ровная поверхность, то ты знаешь, что ты не подскользнешься. А вообще в кошках надо учиться ходить. То есть для этого есть специальные тренировки отдельные. Вот, и этому, ну, надо небольшую хотя бы практику иметь перед тем, как вот начинать уже в кошках активно ходить. То есть, согласен, кошки. И у меня ничего не получится, да? Не, ну, для начала надо понять, как их правильно надевать на ботинки. Вот, ну, в любом случае нужно попрактиковаться, потренироваться. И не обязательно, кстати говоря, делать это на льду. Но, то есть это можно делать на ровной твердой поверхности, например, деревянной, да. Просто вот походить в кошках и научиться поднимать ногу чуть выше, чем обычно. Ну, не спотыкаться в кошках, но, в принципе, этого тоже может вполне хватить. Спасибо. Да, еще очень важно, Кристин, научиться ходить таким образом, чтобы ни в коем случае одна нога другую не задевала, а то штаны портятся очень сильно кошками. Вот, ну и, в принципе, они очень хорошо придают уверенности, потому что мы вот сколько ходим в походы, когда... ледники какие-то нам встречаются или большие снежники, то кошки все-таки становятся неотъемлемой частью снаряжения, потому что в них гораздо спокойнее ты себя чувствуешь на такой поверхности. И безопаснее, в первую очередь. Все верно. Ну что, спасибо, Дмитрий, вам за очередной полезный выпуск. Теперь я знаю о кошках и ботинках чуть больше. Еще один плюсик в моем ежедневнике туристическом. Спасибо огромное за такой выпуск. До новых встреч на канале Про Поход ТВ. До встречи. Всего доброго.